катки КЗК. Ну, в частности, здесь смонтированы диски, батареи измельчительно-пожневенных остатков, 8 ножей. Барабан заполняется жидкостью любой, ну или водой, или маслом, кто отработкой заполнять, вот две пробки. И измельчитель пожневных остатков, он, естественно, предназначен для измельчения кукурузы подсолнечника после уборки. Вот, вот этот образец шириной захвата 10 метров, под трактор 12-21. Также, ну, он может быть 6-метровым, тогда без вот этих крыльев 6 метров, ну, в зависимости от того, какой трактор. Если МТЗ-80, ну, класс 1.4, то шестерка. Если помощнее трактор, то десятка. Вот. И на эту раму между щеками 2 метра. На эту раму можно ставить 5 вариантов. Ну, это первый вариант батарей. Вот батарея призматическая, типа Гютлера, да. И еще вот у нас тут на выставке стоит, это два, вот третий, это типа Кембриджа диски, это ККШ диски, это КЗК диски.